Пролог. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение, омытие от скверн, накопленных и вольно, и невольно, от первородного греха. Нам дан пример, не рассуждать примерно и окольно. И если Иегова веру дал, и свой закон, священное писание, он нам провозвестил, просматривая вдаль, чтоб мы его любили, не кромсали. И из него мы познаем, читая, его святую волю о заблудших. Он умер за меня, и кровь Христа святая грехи смывает, воскрешая души. Уверовавшим дано средство очищения, всего одно на всех, на все века, лишь с троекратным полным погружением крещаемым спаситель намокать. И если ты священник или епископ, диакон или даже патриарх, не воспротився, не издай писка, коль не крещен, тебя постигнет крах. Ты не рожден и к царству не причислен, не умер для греха, не погребен, не получил одежды белой чистой, крик не издал, но выкидыш, ребенок. Не прикословь, замри, умри в воде, исполнись духа ревности, огня, спеши тунику белую одеть, хотя бы что-то и не смог понять. Мочение волос или затылка, крапление католического ксенза, не баня водная, ты только лишь обмылок, с манипуляцией попов лукавых, бесполезных. Найди священника, кто правильно крещен, его руками погрузись в крещение, в служение он, чтоб был не запрещен. Теперь есть шанс не отойти в мучение. 16 сентября 2003 года. Игла. Игнатий Лапкин. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. О Священном мире спасите. Да погибнут пророки и Христа Творца сопротивляя. Подобно Христа Творца сопротивляя силы. Молим Тебе, Господи. Наступят от нас все воздушные и скрытые призраки, да не утаится в этой воде мрачный демон. И да не сойдет с крещающим лукавый дух, омрачающий разум, смущающий помыслы. Но Ты, Владыка всех, яви эту воду, водой избавления, водой освящения, очищения плоти и духа. И освобождение от уз, прощение прегрешений, просвещение душ, бани, возрождение, обновление духа, даром усыновления. Одежду нетления источником жизни, ибо Ты сказал, Господи, омойтесь и очиститесь, удалите злые деяния от душ ваших. И Ты свыше даровал нам возрождение от воды и духа. Явись же, Господи, в этой воде и дай переродиться в ней крещаемым, чтобы они, сняв с себя ветхого человека, расслевающего от больстительных похоти, облеклись нового обновляемого по Твоему Создателю образу, чтобы они, крещение сделавши участниками Твоей смерти, явились бы общниками Твоего воскресения, чтобы, сохранив дар Святого Твоего Духа и возрастив залог благодати, он принял почесть небесного звания и присоединился к первенцам, написанным на небесах, у Тебя Бога и Господа нашего Иисуса Христа, ибо Тебе принадлежит слава, власть, честь и поклонение вместе с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков.